В Мариэл продолжается обновление объектов культуры. Главной точкой приложения сил – новое здание Марийской государственной филармонии и театр юного зрителя. И если в театре пройдет пусть и капитальный, но все-таки ремонт, то на строительство нового здания филармонии в этом году планируют выделить более 440 миллионов рублей. Ход работ лично проинспектировал глава республики. Побывала на объекте и наша съемочная группа. Новое здание Марийской государственной филармонии до недавнего времени являлось долгостроем. Проектно-сметная документация была подготовлена более 5 лет назад. В 2016-м смета была актуализирована. Но затем из-за нехватки средств строительство было заморожено. Главная задача – его сейчас завершить. Срок сдачи объекта – 2021 год. Но в 2020 году республика отметит свое столетие. Поэтому согласованное мнение руководства республики, Министерства культуры, строителей, а также заместителя председателя правительства России Виталия Мутко, который является председателем оргкомитета по празднованию столетнего юбилея Мариэл, однозначно. Сроки необходимо ускорить. Наша задача этот срок сократить, то есть ускорить строительство и закончить это строительство в текущем году, начать, возобновить и до конца следующего года закончить. Вот такая задача. Вот мы только что говорили с подрядчиком, говорили с министром культуры, с заместителем председателя правительства. В общем, такая задача всеми понимается, будем стараться. Масштабная стройка потребует и серьезных финансовых вложений. На завершение строительства нового здания филармонии по предварительному согласованию с Министерством культуры России правительством республики направлена заявочная документация на субсидию из федерального центра. Речь идет о сумме, превышающей 440 миллионов рублей. Что же касается изменений самого проекта, то они признаны нецелесообразными. Обсуждался вопрос по изменению части проекта, увеличить сцену. Но увеличение сцены возможно и планировалось слева и справа на 1 метр. То есть это в практическом плане не дает ничего. А завершение строительства это бы отсрочило, скажем, на пару лет. Поэтому не вижу никакой необходимости, тем более, что это эффективности мало. Для генподрядчика определен четкий график работы на текущий год. В первую очередь необходимо будет заняться кровлей здания, установить оконные и дверные блоки и приступить к монтажу системы отопления. Артисты Марийской государственной филармонии, а это Государственный оркестр народных инструментов «Мари Кундем», Государственная хоровая капелла имени Искандарова, Государственный ансамбль танца «Мариэл» получат, наконец, собственную сцену, на которой еще не раз порадуют своим мастерством жителей и гостей нашей республики.